Профессиональный праздник, День химика, работники череповецких предприятий компании «Фосагро» традиционно отмечают на спортивных площадках, причем с большим размахом. В течение 2 недель каждый день проходят соревнования по различным видам спорта. Задействованы все спортивные сооружения предприятий. Предприятие «Фосагро Череповец», как компания «Фосагро» в целом, неразделимо связано со спортом. Более половины всего коллектива предприятия «Фосагро Череповец» у нас занимается спортом в различных секциях и клубах. Ежегодно проводятся заводские спартакиады. Вот буквально недавно закончилась первая спартакиада объединенного предприятия «Фосагро Череповец». Химики соревнуются не только внутри своего холдинга. На товарищеский матч по мини-футболу они пригласили сборную команду череповецких средств массовой информации. Журналисты всегда охотно приезжают на наши мероприятия, объективно рассказывают о жизни нашего предприятия. Вот. Поэтому мы решили в преддверии нашего профессионального праздника пригласить команду к нам «ФОК», с тем, чтобы немножко разнообразить наши взаимоотношения, сделать их более доверительными, потому что спорт, футбол особенно, это командная игра. Матч получился увлекательным. Для химиков зал физкультурно-оздоровительного комплекса родной. Они здесь играют, тренируются регулярно. Возможно, поэтому поначалу преимущество было на стороне хозяев. В первом тайме они лучше использовали свои шансы и смогли забить 4 мяча в ворота журналистов. Во втором тайме сборная СМИ заметно преобразилась, и мяч стал залетать уже у ворота команды хозяев. Вовремя взятый тайм-аут позволил химикам выровнять игру и все-таки довести матч до победы. Часто приезжаем просто осветить это мероприятие на сегодня. Приехали, чтобы поиграть. К сожалению, проиграли, но я думаю, что победил спорт, победило здоровье, ну и дружба. Таким образом, мы, наверное, поздравим химиков с наступающим праздником. Днем химика. Праздничные спортивные соревнования на предприятии «Фосагро» будут продолжаться до конца недели.